Всем привет, друзья! С вами Анет Зука. И сегодня мы заценим новую игрушку. Играть будем на консоли Nintendo Switch. Игра называется Euphoria 2 Saga. Значит, это прямое продолжение старой игрушки, которая выходила на консоли NES. То есть там была просто Euphoria Saga называлась. И выглядела она примерно вот так вот. Ну, то есть, как стандартные такие дэндиевские игрушки, ну что-то типа Metroidvania такое получается было. Я в нее не играл ни разу, о ней вообще не слышал до сегодняшнего дня, когда мне попалась вот эта вторая часть. Вторая часть меня как-то привлекла своей картинкой. В общем, я решил ее опробовать. Русского языка здесь нет. Это, конечно, минус, потому что тут есть какие-то диалоги. Вот. Но мне привлекло больше визуал и ну, так, платформер. То есть я люблю платформеры. Мы все видели, по сюжету какой-то инопланетянин, зараженный как будто вирусом, чем-то таким упал. Вот, а мы играем за какого-то цыпленка. Тут даже унитаз у него с кровати, он спит, он на дереве. Так, и в общем, видимо, нужно разобраться с этой проблемой, да? Что тут происходит? Такие диалоги в духе, я не знаю, Animal Crossing здесь. То есть прямо отдает такое чем-то нинтендовским. Хотя игруха не эксклюзив, насколько я знаю. Космонавт, ты в порядке? Какула. Ты, видимо, этот, главарь этой планеты, да? Ладно, давайте вот это все проскипаем. Геймплей посмотреть. Опа. Очистил его от заразы. Какие-то бумьоны. И все, он улетел, короче. Смотрите. Эй, подожди минутку. Кажется, он отправляется в поля Euphoria. Пойду-ка я за ним, да? Вот. Короче, мне сразу понравился визуал такой, как будто вот все из каких-то материалов сделано. И тут птичка вот, смотрите, гадит. В какой еще игре вы такое увидите, чтобы на вас вот так вот гадила птица? И вас это убивало. Так. В общем, платформер с визуальным стилем таким необычным. Как будто бумага, какие-то материалы все сделала. Как-то вот так вот стилистически прикольно сделала. Вот. И еще это как бы не просто платформер, да? Это такое что-то типа как roguelike Metroidvania, я так понял. То есть тут какие-то уровни придется перепроходить. И там что-то будет немножко меняться, видимо. Так, вот можно задницы разбивать. Сундуки. Монетки пригодятся, чтобы что-то покупать тут. Логично. Так, вот мы попунов. Нет. А, у нас попуны выбивают бумионус. Этот вирус какой-то или что это? Вот этот чача. Желе, я бы сказал, да? Попуны справа внизу заряжаются. То есть постоянно ими кидать не получится. Так. Враг на пути, прыжок плюс ZR или ZL. Да, кстати, тут какие-то, мне кажется, кривоватые хитбоксы, то есть я должен на него приземлиться, но иногда я не приземляюсь на него как будто, на врага, странно. Вот так вот, да, в заднице, как Скруч Макдак там палку доставал, да, Бога. Вот тут также надо нажимать, чтобы он с задницей приземлился на врага. Так, веревка. Как будто чит слюни, да?
Что это вообще такое? Висит в воздухе. Вроде бы это и не облако, или это облако такое слюнявое, бородатое. Ну, в общем, в этой. Я посмотрел скрины вот в этой вот игре, которая оригинальная, первая часть. Там все то же самое было. Вот такие же облака, вот эти вот с веревками. Магазин. Закрыт. Магазин закрыт. Автомат, точнее, торговый, да? Странная дверь, говорит. Давай, пошли. Давай, поперли. Тут зараженный котяра. О, Чан. Ничего в этом не вижу. Все, какой-то друг этого цыпленка. Давайте будем ему помогать. Так. Опа. Ох ты. О, он тоже хватает. Ай. Хватит, хорош. Вот, видели? Оу, я помер. Я помер. Я вроде бы на него приземлился, но почему-то не засчитали. Странно сделал. Странные хитбоксы в этой игре. То ли нужно прыгать на него, когда он смеется, типа, в этот момент. Ай, что произошло? Так. А что опять происходит? По сути, босс батл прошли первый. Как я мог проиграть? Дежавю. Ладно, разговоры будем пока проскипывать. Боба Дори. Тебе что-то надо? Нам может пригодиться помощь. Можешь отправить нас домой. Это все? Угу. Это типа птица домой нас отправляет. Мы заработали 198 монет. Дом, милый дом. Я посетил поля Эйфории. Чан-то она получается, кошка. Надо будет внизу ее встретить, вот она. Я никогда не говорил, что у тебя есть автомат торговый.
Что-то у кошки что-то не получается с этим автоматом. Так, там есть дорогой микрофон, который кошка это искала везде. Просто он нужен, этот микрофон. Не спрашивай, зачем, да? Короче, нужно этот микрофон купить в магазине. А вот он, да. За 50 монет продается. Спасибо за покупку, приходите еще. Так, ну что, идем дальше. Тут дальше, видите, не пройти. У нас нет чего-то, каких-то устройств, чтобы сюда пройти. Так, а в магазине что-то продается тут, да? Карту можно купить, карту местности, да? Сколько она стоит? Там 10. Давайте карту купим. Так, что тут у нас еще есть? Тут теперь компас появился, показывает какие-то вещи, да? Так, платформа стоит 100 для прыжков, типа, да? Так, сердечко. Так, увеличивает жизнь, да? Ага, до 4. Стоит 10. Ага. А это что такое? А это позволяет ползать, проползать где-то. Стоит 150. Давайте пока купим вот такую платформу для прыжков и сердечко. Все, у нас больше ни на что не хватит. Вот и карта. Так, а это этот платформа для прыжков. Я так понял, что оно типа автоматически появится в некоторых местах, где она должна быть, но ее нет, типа в игре. Так, вот эти карты, да? Вот получается, вот здесь мы были, да, уровень. Все остальное закрашено, там, видимо, не пройдешь. Это наш дом. Нам надо дальше проходить, да? Вот такие дела. Пойдемте направо, сходим. А, ну да, теперь же мы еще можем с этой кошкой переключаться. Сейчас вот увидим. Вот написано, переключись на О-чан, нажимая L или R. То есть тут обилки разные персонажей. Ведь он просто плавает, но не может прыгать в воде. Плохо себя чувствует в воде. Опа. Эти кошка, она хорошо тут плавает, а? Оба прыгает. То есть вот мы с помощью нее открыли дальше следующую локацию. Так, вот эти банки, их надо собирать для чего-то, да?
общем, они нам как-то пригодятся. Это типа как коллектаблсы, можно сказать. Вот. Ох, не попал. Вот реально тут странный хитбокс, тут как-то надо какие-то определенные места приземляться у врагов. Вроде казалось, на голову прыгаешь, а нет. Очень легко проиграть жизнь. Уже два сердечка осталось. Так, еще автомат. Опа. Это крот, что ли? Ну давай уже. Тут можно типа здоровье восстанавливать. Так. 15 монет, да? Там сердечко восстанавливать. Да, одно сердечко восстанавливать. Это восстанавливать 2. Вот нам 2 надо восстановить, да? Стоит 35. Всего 2 штуки осталось. Скоро появится, видимо. Так, а вот и новый босс, да? Тактика вроде типа та же, да? Не знаю, босс это не босс. Но, видимо, да. Как вам, ребят, такие игры, кстати? Напишите в комментариях. Чудаковатые немного, но есть что-то в ней прикольное, красивое, но есть что-то такое чудаковатое, что не всем зайдет. По крайней мере, вот эти вот разговорчики их вот эти. Опять эта птица, да? Тут просто, я так полагаю, в любой момент, если захочешь, надоел по уровню ходить. Можно вернуться на начало, да? Вернуться домой или нет? Нет, я откажусь. Это потребуется для, я думаю, вот фарминг, например. То есть, если вам нужны монеты для чего-то, возвращайтесь на уровень, собирайте монеты, потом улетаете. Например. Здесь никак нам не пройти, да? Ну-ка, окошко. Не, окошко тоже не может. Видите, что-то какая-то обилка нужна будет. Идем в лес. О, как картинка сменилась. Прикольный визуал, реально прикольная игра. Такая вроде пока не сложная. Так, а это что это? Это тоже у нас? Блин. Калечит. Так, а вот уже и батут. Батареечку взяли. Или баночку. Баночку ставили, да? Монеты в разные стороны вылетают, сейчас собираю их потом. Опять что ли подлечиться? Денег-то жалко, да? Но с другой стороны, вдруг сейчас там меня убьют?
Почему одна стоит 20, а две сразу 45? Три сердечка нам хватит. О. Суки Займон. Похоже на какое-то привидение. Так, опять начинается, да? А, как мне на него? Зря я так сделал, да? А, опять мимо. Да что ты будешь делать? Все, он сдается, он побежден. Мы ищем Уцуджина какого-то, некого. Так, ну ладно. Так, а здесь все, конец уровня, да? Все, летим домой. Это мне напоминает полет в игре DuckTales. В старой игре DuckTales, когда зигзаг Макряк куда-то их Скруджа отвозил. Вот примерно так они летели. У него зубы болят, он говорит. Так, вот, на карте смотрите, то, что мы открыли, да? Две локации. Надо как-то еще в другие локации проходить. Плюсик это у нас вернуться в приключения, сохранится. А. Вот этот призрак, да? Или кто это? Тоже он пристал к автомату. Ему нужен какой-то зеленый чай высокого качества. Есть тут зеленый чай-то? А, возможно, появится. Вот он, да, кстати, зеленый чай. Он появится, когда мы, видимо, соберем банок больше или что-то типа того, что ли. Мы купить его не можем. Справа какой-то. Что это? Какой-то билетик, как будто. Банки нарисованы, что-то 5-7. Может, нам надо 7 банок собрать, чтобы он появился. Так, а вот здесь еще 9 банок, да? Здесь тоже 5. Надо где-то найти еще 3 банки, видимо. И тогда...
мы сможем купить ему то, что он хочет. И, соответственно, воспользоваться его обилкой, получается, да? А вот есть компас, да? Он, по-моему, эти банки ищет. Утсукенс, да, компас. Так, а это что такое? Майнкарт, guys, along our way. Телега какая-то? Так, она стоит 200, а у нас 190, на телегу не хватает. Так, а это значит возможность ползать. Давайте возьмем возможность ползать тогда, чтобы пока хоть на нее хватает. Остается 40, ну, короче, видимо, придется фармить. Короче, в какие-то пространства можно будет проползать теперь. Кошка лазит на спине. Нормально. В общем, пока не можем мы его порадовать зеленым чаем. И он к нам не присоединяется из-за этого. А пока, видимо, получается, нам и пройти некуда больше. То есть вот теперь идет как раз этот фишка roguelike. То, что мы идем туда, где мы были уже. На те уровни, где мы были, и пытаемся там что-то открыть. Что тут за переключатель? Да, вон там, наверное, видимо, прыжок надо. Возможно, он прыгать может или что, я не знаю. Опа. Короче, собираем монетки, собираем банки, да, я так полагаю. А, вот здесь можно проползти. Уровень поменялся, походу. Тут, типа, вроде как вот этот элемент roguelike, то есть уровни сами генерируются как-то. Чтобы было, типа, поинтереснее их перепроходить. Ой, а вот и баночка. А как ее взять? Сейчас, подождите. Давай, расти. Так. Теперь у нас их 5, еще 2 надо найти где-то. И можно будет продвинуться по сюжету. Так, ну здесь просто это лечилки, да? А здесь что? Тут можно рематч, что ли, устроить? Типа, еще раз побиться с кошкой? Я не понял, что тут, в чем заключается рематч. Может быть, просто перечитать сцену, о чем они говорили, или может надо именно персонажа было сначала сменить. Просто, ну, может быть, битву с боссом переиграть можно и типа это самое. Получить за это что-нибудь. Так, тут. О, тут можно дальше пройти. О, здесь мы не пройдем. Я вот тут какой-то лед здесь, наверняка как-то туда может быть проходить, да?
В общем, можно лететь обратно, либо бежать. А может, мы что-то еще соберем, если вернемся. Знаете, визуал что напоминает? А, кошку надо взять. Про Йоши игрушка выходила тоже на Nintendo Switch. Вот она похожа. Йоши там Crafted World, по-моему, она называлась. Не, слушайте, обратно иду, ничего нету. Все собрано. А, здесь не выйти. Жалко. Понятно. Что-то эта птица явно пережрала. Короче, без той птицы отсюда не уйдешь. Теперь понятно. Сейчас посмотрим, получится ли у нас вернуться в тот уровень справа и типа забрать там, я не знаю, банку. Две банки нам надо. А больше делать-то нечего. О. Так. Ай ты. Ого. Такой тут выросло. Жестко стал. Ты хочешь, что при повторном прохождении уровня сложнее становится? Шипы. Музыка прикольная, что-то она напоминает мне как дэндиские игры, типа этот как его Shattered Hand, я не знаю. Я сейчас помру. Так, во, вот она. Не стоит тратиться-то сейчас, да? Битвы же нету. Стоп, а может надо понять. О, так дальше можно пройти. Можно проплыть тут, я не пойму. Видимо, кто-то другой потребуется здесь. С другими обилками персонаж. Умереть бы с одним сердечком-то. О, батарейка. А как нам отсюда? О, отлично. Теперь осталось отсюда как-то живьем выбраться. А, время какое-то. Таймер идет. Тут еще на время уровень перепроходить нужно.
Давайте все-таки что-то купим, хотя бы одно сердечко. Денег просто мало. Сейчас посмотрим. Я не знаю, хватит ли нам денег на этот чай теперь. Сколько он будет стоить. И какая билка будет у этого призрака? Летать? Или прыгать далеко? Так, погнали в магаз. Сотня. Нормально. 100 надо копить. Компас. В принципе, я думаю, без него можно эти банки пока находить. А вот, вот такие штуки нужны будут потом для прохождения по любому уровню дальше. И вот это вот что у нас? То ли доски, или что-то, что-то где-то тоже расставит для прохождения, да? 50. Вот это можно купить, я думаю, пригодится. Все, получает зеленый чай. В общем, теперь он прыгать сможет, да? А, это то, что мы купили. Так, и что это такое? Монета там написана. Что, пошли. Ну что, теперь можем переключаться? Вот, точно, мы теперь можем. А, он типа парит. Ну, понятно, прикольно, прикольно. Все. О, наверху прямо уровень. Так, а куда нам тут надо вообще? Вот тут бы, наверное, компас для банок понадобился, смотрите. Так, а что здесь вообще? Там никуда. Ага. Значит, тут, видимо, вверх надо пробираться. Облачка пропадают, да? Логично. Во многих играх такое бывает. Какие-то новые появились товарищи. Какие-то крысы, что ли? Я бы не хотел с ней сталкиваться. Наверное, на нее не получится приземляться, столько в нее кидаться. Ой. А чё это она пропала так быстро? Чё, не пойму. Я же не успел на то облако приземлиться, она пропала. О, так, успели. Так, там хоть сундучок. Сердечко потерял.
Так. Интересно, могут ли быть тут какие-то секреты в стенах или что-то типа того? Ох ты. Ой, тут сложновато. Наверное. Что, опять оброс, да? Эх, не попал. Ай, не в ту сторону. Слушай, ну игра пока кажется несложной, такой типа, детям нормально поиграть даже, мне кажется, будет, но единственное, что тут язык, конечно, надо знать желательно, чтобы понять, что от тебя хотят. О, крот появился. Нам явно будет нужен тот, кто нырять сможет. Тот, кто там как-то сквозь лед проходить будет, или пробивать его, не буравить, может, не знаю. Тут конец уровня. Маленько расчистили, но много еще мест, куда нужно пойти, типа. Тут 54. Что-то пока маловато тоже, да? У нас набрано. Вот можно купить компас. Сейчас явно, наверное, придется переигрывать уровни. Даже сейчас пока не видно, куда бы нам надо было дальше пойти. Опа, он что, здесь стоит? Но здесь мы уже не сможем, даже, мне кажется, с призраком пройти. Да, видите, даже он здесь не может запрыгнуть. Надо будет искать способ. Или обилку, или нового персонажа тоже, да? Ну, возможно, он сможет перелететь там, где лава. Ну, куча монет. Ой. Сейчас попробуем по-быстрому дойти до того места, где была лава. И посмотреть, можем ли мы там проскочить. Ой, блин, не заметил. Вообще тороплюсь.
все пропускаю. Да, смотрите, он может. Так, они нас могут покалечить, эти рабочие? А, наверное, нет. О, нормально, можно и на пропеллер попасть. Хорошо. Ух ты, одно сердечко осталось. Надо быть аккуратней. Вот как так? Почему не сработало? Вот тут кривой хитбокс. Я приземлился на него, но вот как-то не так точно, как игра хотела бы. Видите, вот что это такое? Блин. Это, конечно, косячок какой-то, мне кажется. Реально сложно четко приземлиться куда надо, поэтому лучше. Лучше с врагами иногда не связываться здесь. Ай! Стоп, я же могу у них кидаться, если что. Но это, правда, вроде бы их не убивает. Так, ну что-то про рельсы говорится. А там что-то купить нужно для них, да? Два сердечка возьмем. Опа. Что тут начинается? Дженнифер какая-то. А, это лягушка. Вот она, наверное, нырять-то и будет. Ой, она на меня прыгает. Фу, чуть не помер опять из-за кривых хитбоксов. Надо как-то им их расширить, реально. Обидный момент просто происходит. Могла бы произойти обидная смерть. Не хотелось бы такого. В общем, походу мы открыли нового персонажа тоже, да? Хотя, может, еще не открыли, еще нам придется ей что-то купить. Да, тут птица. Птица, отвези нас домой. Все больше и больше персонажей там висит.
Так. Интересно, что лягушка потребует для нее? Что ей надо купить? Эпик Амтайсер. Что это такое? Не знаю, что такое антасид, но, в общем, надо его купить. Ну-ка, сколько он стоит? Да-да-да. Да, нужно 12 банок! У нас только 10 банок. А, ну, 2 банки еще надо собрать. То есть, надо сейчас придется побегать по старым уровням и собрать 2 баночки. Так, это что-то, это телеги для шахт, то есть где-то можно будет кататься на телегах. Прикольная тема, да? Стоит 200, а у нас 193, не хватает. Какое-то кольцо. Так. А, доступ к каким-то комнатам с сокровищами дает, да? А, в некоторых районах написано, где работаю, Euphoria Fields and Papoea Caves. То есть какие-то секретные места, видимо, да, будут доступны. Сейчас, наверное, покажут, как это работает что-нибудь. Да, ничего не показали, как это работает, но, в общем, видимо, будут какие-то секретные места открываться, сокровищницы. Только на карте это не видно. В общем, по идее, вот здесь и вот здесь вот должны быть какие-то сокровищницы. Так, ребят, ну что, на этом мы заканчиваем первый взгляд с этой игрой. Блин, ну прикольно. Играть интересно, да, она чувствуется такая детская в плане легкости, сложности. Но вот кому не хочется позалипать в такую несложную игру и, в принципе, красивую и интересную. Вот, мне понравилось. Как вам, пишите в комментариях. Вышло, по-моему, не только на Switch, но и на другие платформы. Вот, можете посмотреть. Скорее всего, там ПК. Скорее всего, ПК, PlayStation, там, Xbox. Вот. Кому интересно, ищите на своих платформах. А для Switch, по-моему, самое оно. Ну что ж, на этом все. С вами был Анидзука. Ставьте лайк, если вам нравятся новые видосы на канале. И до новых встреч!